Добрый вечер, дорогие, любимые друзья. Просто огромная благодарность вам за то, что вы нашли время, пришли на наш концерт. Мы команда Якруна. Мы очень любим свое дело. И я благодарю всех музыкантов, которые здесь сегодня на сцене. Это Александр Борисов, Александр Надеждин, Михаил Зуев, Марио Калдараро. Вот просто душа летит. Потому что мы можем для вас творить, мы можем дарить для вас свою музыку, свое творчество, и мы счастливы от этого. Спасибо. Do.
Спасибо большое. В этом году мы записали наш новый альбом, первый альбом, который называется «Зеленая улица». У нас была презентация в этом чудесном клубе Алексея Козлова. Спасибо вам за гостеприимство. Мы очень любим этот клуб. И если кто еще не приобрел наш альбом, то милости просим. Вы всегда его сможете купить, если вам понравится наша музыка. Продолжаем дальше. Песня называется «Не будите меня, молоду». Thank you.
Совсем забыла. На любой песне, если вам захочется потанцевать, вставайте и танцуйте, не сдерживайте себя. Зачем мы пришли на концерт? Не только слушать, но и танцевать. Нам будет очень приятно. Следующая песня называется «Орел на дубу». И кто уже знаком с нашим творчеством, тот знает, о чем эта песня. А кто не знаком, эта песня о любви отца к дочери. Не устану повторять, дети и взрослые, говорите друг другу «я тебя люблю». Не стесняйтесь этого.
Саш, расскажи что-нибудь про мяту. Вот что захочется. Это молодец. Молодец. Хорошо. Она свадебная? Да, во-первых, все идет к свадьбе, на самом деле. Песня свадебная. Про любовь мы спели. Отца и дочь, и наоборот. А теперь надо как-то и молодежь. Да, дочка выросла. Выросла дочка, пора. Замуж отдавать. Спасибо, Саш. Ты прекрасно, прекрасно справился. Еще один. Вот наш директор, любимый Елена, напоминает о том, что у нас есть наш альбом, который называется «Зеленая улица». Если кто захочет, приобретайте, пожалуйста. В огороде мята, свадебная... Самарской области. То есть Самара вообще вот просто пляшет вообще, вот прям вот не может посидеть.
Молодцы! Я в восточном стиле, да, в кавказском даже сказала. Красивые, спасибо вам огромное. Настоящая свадьба получилась. Саша, еще что-то хочешь сказать? Песня «Ладу» Белгородской области. Здесь можно тоже пританцовывать, можно сидя, можно здесь, как вам захочется. Можно полетать немножко. Девкам в гости лебедь.
на следующий номер я приглашаю своих учениц. Они немножко волнуются, естественно, на такой большой сцене. Выступали, но не в таком контексте, да. Катя, Лиза, Кира и Настя, я вас приглашаю. И приглашаю на эту сцену замечательного музыканта Алексея Соколова. Аккордеон. А вот Алексей. Песня называется «Дубравушка». Спасибо. Это был наш первый такой блинчик. Надеюсь, не комом. Понравилось? Спасибо большое. Ох, следующая песня. Хотела что-то сказать. Вот всегда, когда я хочу что-то сказать, они начинают играть. Эта песня на татарском языке. Я татарка, наверное, в 5 поколениях точно, и никогда не пела татарские песни. Меня очень часто просят об этом. Сегодня, наверное, первый вот такой вот будет первое исполнение татарской песни. Сакмар-су. Барлы,
Да, не просто мне даются татарские песни,
Ну вот так получилось, что всю жизнь пою, всю свою осознанную жизнь пою русский фольклор. Очень его обожаю и учу. Вот. Ну, надеюсь, получилось. Следующая песня называется «Масленица». Кто слышал, уже знает. Маслянец, а поняла.
Следующая кровать. Следующая песня, полюбившаяся уже всем многим. Вот да, Миша очень любит. Миш, может, ты споешь все-таки? Может, наоборот? Песня «Кровать» лирическая, о любви. Да, Саш? Bye.
Женщины, давайте пространство для подвигов мужчинам. Они тогда горы свернут. Просто захотелось это сказать сейчас. Вот у нас две подряд такие песни, как мужчина и женщина противостоят друг другу, так скажем. Вот следующая песня у нас новая в нашем репертуаре, называется «Головаль моя игроливая», где девушки не дают ходить, играть, танцевать. Муж такой злой, серьезный, никуда не пускает. И такие же родители у мужа, такие же не пускающие. А она все хочет погулять. О том и песня. Thank you.
Пострадали. А теперь можно потанцевать. Девчата, выходите на помощь педагогу. Хватит в гримерке отсиживаться. Выходите, выходите. Двойку не поставлю сегодня. Чем-то. Хотят бусы нашим мальчикам подарить, говорит Луиза Равильевна, в бусах, а мальчики нет. Давайте, посвящайте в африканцев. Давайте. Спасибо. Да, очень хочется про эту песню сказать, потому что мы записали сингл, называется «Африканская» с твердым знаком. Вот девочки мои приняли там участие в записи. Вот. И получилась очень красивая вещичка. Скоро она уже появится на всех музыкальных витринах, на электронных витринах. Так что следите за новостями и слушайте Якруну.
Лиза Нечаева. Алёша. Алёшина Анастасия. Бахметьева Екатерина. И Платонова Кира. Маленький составчик моего коллектива «Жар птица». Спасибо, девчат. Они хотели остаться еще просто. Мы не подготовили просто песню больше. Следующая песня. Из голоса. Называется «Mi voy». Прекрасная исполнительница Ясмин Леви. Попробуем.
Спасибо. Погрустили. А теперь можно выплясать, да, Лёш? Алексей Соколов снова к нам присоединяется. Молдавская песня. Марио у нас из Кишинева, из Молдавии. Палочками не кидайся, пожалуйста, если что. Можно приплясать? Уже начинать. Напомню про диски. А то мне Елена передает уже привет. Вот он такой красивый у нас. Да, сегодня не заладился. Вот такие мы там красивые. Все микрофоны собрал. Да, все микрофоны собрал. Да, очень красиво. Купи себе и другу. На сцену приглашаю Мишу Зуева. Где он у нас, дорогой? Ты здесь? Песня «Русалки», девочки.
плачет так. А это ребеночек нашего любимого звукорежиссера, который записал с нами диск. Валентин Осинский тут со своей семьей. Привет, Валя! Наша программа уже скоро подходит к концу. Девчат, потом жалеть будете, что не плясали. Не только к детям, не смотрите на детей. Дети уже все свои сегодня сказали. Девичья плясовая. Девочки, жду всех на танцпол. Субтитры сделал DimaTorzok.
вашу поддержку. Вы чудесные и очень теплые. Спасибо. Вы уже тепленькие, да? Тепловой режим. Ну что, Саш, может, ты исправишься? Скажешь что-нибудь? Надо заключительную песню, веселую, мне кажется, такую прям, чтобы... Прыгучую, да. Прыгучую. Дети, прыгучую песню. Да, совершенно верно. Ура. Ну, поскакали тогда. Чё? Все, договорились. Кого зеленым его бору, того высокому терему, жила барни блоха, злая злюша голова. Ой, да захотела расплоха, да баничке помыться, заставляй кука всем распорядиться. Да. Тараканы баню мыли, комары дрова рубили, мухи баню топили, мошки щелок щелотили. Натопили жарко баню, принесли блоху в диване, блоха стоп, стоп. Повалился на полу. Ой, да слуги верные бежали, блохи жару поддавали. Уморился блоха, повалилась я с полка. Ой, да сухару блоха, пала на ушат боком попал, переломил хребет, блоха стонет и орет. Мошки голосом кричали, мухи плакали, рыдали. Хорошо, что околела всему миру, надоела, все живое переела. Живое переела всему миру, надоела. И-ха, и-ха, гитара Александр Борисов.
Родион, Алексей Соколов. Спасибо тебе, Алексей. Спасибо. Ты прекрасен. Я Луиза Имангулова, вместе мы группа Игруна. Спасибо вам огромное, что были сегодня с нами. Чудесные девочки сегодня со мной вместе. Спасибо вам большое. Раз, два, три, четыре. Человечек, без которого не обходится ни один концерт. Это наш директор Елена Овсянникова. Леночка, спасибо тебе большое. Теперь все.